Кен Смит Барнер. Четырехструнная бас-гитара фирмы Кен Смит. Барнер – это бюджетная серия басов Кен Смит. В данном случае инструмент имеет кленовый гриф, накладку из палисандра, деку из красного дерева. Колки и бридж фирмы Кен Смит, поскольку Кен Смит делает собственные колки и бриджи. Звукосниматели также фирмы Кен Смит. Здесь стоят два сингла. Прям представлен ручкой громкости, ручкой баланса между звукоснимателями, нековый звукосниматель, бриджевый звукосниматель, оба датчика пополам. Эквалайзер здесь двухполосный, высокие частоты. Срез высоких. И низкие частоты. Выкручены на максимум, и теперь совсем без низа. Также ручки громкости, push-pull, вы можете отключить инструмент в пассив. В пассиве работает только ручка громкости и ручка баланса. Инструмент очень удобный, легкий и при этом недорогой. Так что для людей, кто еще не готов купить Кен Смит дорогих серий, смело можете обратите свой взор на Барнер. Владимир Никулин для Vintage Guitar.